Биометрические загранпаспорта на 10 лет теперь можно будет получать в районных МФЦ. Госдума приняла закон об этом в третьем чтении, окончательном. Норма была одобрена Госдумой при принятии в третьем чтении поправок в закон о порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию. Они связаны с передачей функций бывшей Федеральной миграционной службы в ведение МВД. Там и разработают порядок выдачи новых биометрических документов через МФЦ. Сейчас там можно оформить загранпаспорт только старого образца на 5 лет.